руками. А, ой. А что не сделаешь? Не пойти к лесному озеру. Снимай? Да. Да. Очень много чего. Привал. 40% пути пройдено. Еду можно не брать с собой. Лес накормит. Жалко, что водка не растет. А впереди еще непролазные дебри. Малина крупная, почти как садовая. Никто не собирает, значит медведей нет. На этой счастливой ноте. Это обнадеживает. Куда ты завел нас, проклятый Сусанин? Какое-то тут болото, Вова. Болото впереди. Вот так вот, полтора километра. Наш путь продолжается сквозь непролазные дебри. Спасение впереди. Ты нажимал запись, кстати? Да. Путь наш осложняется тем, что очень много малины. Приходится часто прерваться. Ну да. Ну очень много малины. Не передать словами. Как медведь ест прям с куста. Посреди леса странное строение. Следов жизни не обнаружено. Навигатор завел нас в болото. Трясина. Сейчас Игорь
допрыгается. Затонет. И кикимора болотная его утянет к себе. Прыгнуть, не прыгнуть. А цель была так близка. Палку надо брать. Все. Можно. Все. Сделай из этого дерева палку, из ближайшего. Я до него не дойду. Пойдем где-нибудь обойдем. Готов. И вновь. Я думаю, вот там должна быть тропа по направлению от деревни. Спасительный лес. А на болотах уже начинаешь понимать, куда могут пропадать туристы. Промокли по колено. Вперед к вершине. Цель номер один достигнута. Все. Класс, смотри, камыс. И вот мы на берегах таинственного лесного моря. Цель номер два. Купаться, теплая вода. Вот такое вот оно таинственное лесное озеро. Как водичка? Я водяной, никто не водится со мной. Ну реально ощущаешь водяным себя. Тут болото. Покоряем лесные озера. Плыви!
Давай. Снимай. Дна не чую под собою. А где же дно? Гусары молчать. А вот и твердь земная. Я застрял. Пятачок, я застрял. Фу. По-моему, мы сегодня купаемся не последний раз. Суй, поворачивайся. Вылез. Как свинья. Ну, повернись, поверни. Идем по азимуту. Горы, не горы, пофиг нам. Пришли на вторую гору, не знаю, какая это самая высокая, но это самая красивая. И тут есть знак. Знак. Потом посмотрим по карте. Все. Да, давай. Такие встречаются чудесные, естественные ковры. Мягенькие такие, можно на них спать и тепло. А под ним гранитный камень. Ягель. Ягель? Вот были бы мы оленями. Нет, я не олень. Как я вижу теперь перед собой, сегодня мы опять жарим лисички. Замечательные грибы лисички. Он может вставить в тему про лисичек. Сними. Есть, да. А, ну отлично. Лезь, лезь, нехрен. Мы не ищем легких путей. По азимуту, значит, по азимуту. Грибочки есть. Гриб подосиновик. Сейчас мы его зарежем. Ух ты. Что тебе? Каков? О, даже не зарежешь. Суперская вещь.
червей. Почти нет. Давай. А здесь мы видим белый гриб. Покажи его снизу. Шляпку. Снизу. А? Снизу, что он белый. О. О, отличный белый гриб.